Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре такой вот компас. Внезапно от компании Геликон оказалось, что они делают не только шмотки, но еще и как минимум компаса. Компас нам на обзор предоставил магазин Воин. Ссылка на него будет в описании к видео. Показываю специально на черном фоне, чтобы вам было хорошо видно то, что нанесено красным. И, соответственно, вот так это выглядит на самом деле, прозрачный компас. Стрелка, как вы видите, устаканивается. Давайте мы сейчас ее немножко обманем. Вот, устаканивается достаточно быстро. Компас достаточно стабилен, большая амплитуда колебаний, то есть на ходу им точно так же можно будет пользоваться. Соответственно, шнурочек для того, чтобы можно было повесить на шею. Колечко штатно поворачивается, то есть мы можем подобрать четко, где у нас север, где не север. Хорошо читабельная шкала азимута. И обратите внимание, черным метрическая система, красным дюймовая, наверное, называется, да? Может быть, я неправильно назвал ее, но суть та. То есть у нас здесь идут сантиметры ниже дюймы, инчи. Здесь идут километры на разный масштаб. И здесь точно так же мили. Разный масштаб. И по центру, соответственно, у нас есть увеличительное стекло, которое позволяет нам что-то внимательнее рассмотреть на карте. Ну, то есть такой штатный планшетный компас со всеми необходимыми, скажем так, возможностями. Потому что далеко не все компасы обладают подобным набором маркировок, скажем так, да, для удобства каких-то расчетов. Это, конечно, очень круто. Сейчас для примера покажу американский военный компас Каменга. Это оригинал. Он уже достаточно старенький, но меж тем это эталон, да, определенный. То есть, во-первых, обратить внимание на скорость. Сейчас я его тоже обману немножко. И вы увидите скорость. То есть скорость сопоставима, да. Лупа здесь тоже есть, но совершенно в другом формате. Есть возможность более четко наводить азимут, это, конечно, да. Но во всем остальном все гораздо более бедно в сравнении с вот этим планшетником, да. Плюс не так удобнее работать с картой, поскольку он не прозрачный, Каменга. Так что за совершенно другие деньги есть возможность взять такой вот, ну, то есть он, конечно, в Тайване произведен, как мы можем читать, но взять вот такой вот компас от поляков, от польской компании Геликон, и иметь возможность полноценно взаимодействовать с картой. Друзья, благодарю всех за внимание и всего доброго.